Давай, Мужики, ребят. 45% Перепишите. меткости, это сколько в процентах? 45%? Ой, 45, блядь, ну вы поняли, около 9 двух. процентов. 24, а, 26, 26 меткости, это 1%. Ага. Чур, я могу напялить посох, если уебу два таланта меткости. А посох умеет меткости? Бегать на этом? Да, конечно, умеет. Ну тогда ладно, я тогда тоже от этого не буду. Себас, ты же умеешь бегать, да? Бегать. Ну, на этом, на гневе. Себас, блядь, ноги поднимаются, да? Вообще бегать можно? Я вообще без сейвов прохожу. Хорош, блядь, просто лучший. А в жизни бегать умеешь? Так, просто вопрос. Да, атлет. А, нихуя себе! Тогда понятно, что ты проходишь-то вообще как в легкую нахуй. Ты просто в жизни себя представляешь, как ты через эти барьеры нахуй, да, прыгаешь? И ебашишь жизни... через мобов. Я в жизни таксист, поэтому все короткие дороги знаю. И пробки тоже отслеживать можешь, да, я так понял? Да, да. Я только в машину сажусь, у меня сразу, блядь, здесь пробка, все, здесь не еду. Ну, такси работает нормально. А в жизни агрессивный, блядь, поэтому тут тоже агрессивный, блядь. По факту. Ну, бежим, не бежим, что стоим-то? Вообще, чё? Не знаю, чем мы стоим. У нас курят люди. Я ж сказал, давайте перекурим. А чем мы так не добежим? Хотя, в принципе, север здесь. Здесь? Здесь, на месте, папа. Север по себе... Уебал, поехали. Хорошо. Все, полетели-то, авторичка. Все, давай, как через барьеры, поехали. Ну, вы сегодня в танке уже? Не, я просто шмоты делал. Угу. Ты где? Север, не вижу. Я бегу, блядь, уже. А, вы что, убежали уже, что ли? Да. Блядь. Нас четверо? А как они убежали? Охуеть, сложилось и баста. Далеко мы убежали. Охуеть. Мы режим побежал, а тоже сдох. Мы режим, давай, блядь, поехала, охуеть. Вы чего убежали? Я же... Себас, блядь, что-то ты, по-моему, пропиздел, что-то легко проходишь. А надо было всем как-то, блядь, с дефами. Всем, ну, конечно, и что это вы там делали? Себас, что за пиздеж это сейчас был? Я не знаю, я со своими нормально проходил. А, блядь, это мы... Это вы виноваты, а не я. Точно, мы хуесосы ёбаны. Давайте, вставайте, нормально побежим. СССР нету больше. Не мы, а ты лично, Север. Я лично СССР нет, ну надо же, даже Гудика, значит. Говорю, покурите, мам, 2 минутки. Да у меня, кстати, есть еще что. Слышь, я не курю вообще-то. Не, слышишь, шаманизм, я про то, что если кто-нибудь из локов по дороге умрет, то у нас нихуя не получится. Ну так я могу встать. А, то, что не с присумоним, ну это да. Блять, Шова, диван на меня кинет, нахуй, все, блядь, чё проблема? Все, давай, сейчас это... Пошли, ёбан. Давай, погнали. Бежим, как и говорил до этого. Давай, беги, каплю дам. Себаст, у тебя только один шанс показать себя. Больше не будет, нахуй. Чё, полетели, чё стоим? У тебя это 4 есть. На стаке. Давай, Себаст, нахуй, пошел. Замедляйте их, там, кферы давайте. Ебать ему хуёво. Я фиры по мелким отдал, беги себе. Я тебе каплю дал, беги. Марижена, отдашь фиры вот по этим монолетам? Ребят, не хилите, это гусхил, не хили, пожалуйста. На тебе, бокс, ебанус. Да. Сила паладина, ебать. Нам главное с севера живым довести. По средовому севера? По средовому севера. Рядовой рукстрайт. Вообще-то я эфрейтор. Ой, ну да, эфрейтор точно. Дальше? Да, конечно, 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 конечно. Суманите. Бежим нахуй. Так, Север, стоять, ставь шкаф, блядь. Гудли приказал, блядь, сумонить. А, точно, по приказу генерала Гавса. Блядь, я в какую-то руну уперся. Бегите, бегите, бегите. Север, бегу, бегу, ёбаный урод. Я подшиваю, всё, встали. Умираем. Встали, нахуй, по команде. А Люся? Рассчитайся. Диман, отдали тебе? Да. На первый, второй, рассчитай. Ждите, просто ждите. Снимаю. Я снимаю. Здесь съемка видео запрещена. Камеру вырубай нахуй. По-любому шоу это было на видео. Стою! Это гуд. Я буду командовать парадом. Гей парад. Здесь съемка видео запрещена. Камеру вырубай.
А ты видел видос, где, короче, это, у нас, говорит, это, все, говорит, а, что-то челик рассказывает, и сзади такой тип в грязи заляпанный весь, короче. Да, старый видос, пиздец. Видос-то, блядь, я не знаю, минут 5, наверное, 7 было, я видел. Где меня заминировали или что? Да нет, там крушили какой-то завод, тип дает интервью, и там просто чел сзади просто, как хуй знает, что-то вылез в кадр. А-а-а, что-то такое видел, да. У нас, походу, сейчас 3 статика в Каражане, охренеть. Нет, пошли, кару. Так, да, давайте, идите сюда, сумните всех. А что это за моб стоит? Охранник. А что там стоит? Сибас, давай, еще один шанс даем. Вот, я нашел тебя. Это не охранник, это заступник. Я скинул. 3 статика в Каражане. Но только в нашем. Но только в нашем есть гудлик. По прозванию Белый Глиттер. Это сильно. Как я его еще не замутил, блядь? Сука, ебать мне в рожу, пиздец. Ну чё, может, на копыта уебем сразу. Хуи-то. А ты куда скинул, Рокс? Ебать вы злые, я хуею. У Рокса когда 4-4 мне уйдет? За... Тихо потерял. Ноябрьскую. А Рокс завтра обещал... Отработали вы когда? Да, мы с тобой завтра сходим. Последний месяц. В ноябре, 17 ноября. И с тобой тоже. Так ты сходил уже. Мне уже КД нахуй. Нихуя не выпало, сука. 10к полутал, заебись. КН, спасибо. Рукс, блядь, сделай прото ДД, пожалуйста, помоги по РБКшкам побегать. Не, использую ДД. 70 баджи осталось до Т4. Сходим на следующий. Нахуй тебе это РБК. И Грульмагик, собери с Андролом, и чё. На 7 баджи, блядь, на Т4 осталось. 4 дня фарма, если сходу, всё. А нет, 3 дня даже фарма. Чё, Грульмагик-то с Андролом сходили, и всё. Мне впадло собирать 25 человек, ими командовать. Десятку ещё, ладно. А 20 первин дебилами нахуй. Каждого там отсматривать, блядь, все да нормально у них. Да, да я никогда не обсматривал. Обсматривать надо, если серьезный рейд пишу ВК, или магик гер. Себас, таймишь. Для пугов и маги группы же серьезно. Ну. Я сейчас вон ходит. Груль маги гер с пуками, это еще не скоро. Да шо вы, сука? Шо, ты нахуя КД посадил на, блядь, на ВК 10? Потому что едино. А, ебать, это кик по статика нахуй. Пиздец, блядь. Я же тебе вчера говорил, не садись, когда сегодня бы сходили нормально, убили бы. Ай, я не хочу выходить. А когда ты собрался выкапи? Мы перед этим пошли бы убили. Я просто не стал собирать ВК, потому что мне нужно было искать еще людей в рейд сегодня. Вот, а если был бы хил уже один, то проблем бы не было. Шоу предаст. Пошел лес. Ты шоу не ходи, больше. Мы сами можем ходить нормально, 250/50. Бля. Да, бюром по пивом сидел, блядь. Кстати, неплохо было бы всем плащ. Нам плащи нужны. Плащ есть только, блядь, у меня, у Кимси, который мы все. Интересно. Ну, север себе. Вверх выйдет. Вверх 272 выйдет. Не будет 50-50, я как в жизни вот таких денег. Не поверю. Да, у меня есть такой на маге. Что ты врешь? Чё? Ну, я получается в четверг. Нет, хоть и такого. Тем выделенным мне по латинам буду руинить челиком 50/50. Правильно. Ну, кстати, на этом КД было 50/50, если бы не дом-то ловушка. Ну да, кстати, реально, тоже, кстати, прям красиво сделали. Ну, если бы на самом деле Рокси не слакал, то, может быть, 50/50. Фонд золотых титанов. Это там, не там, я, это все виноват. Вы должны одно понять, ребят, то есть, если мы вайпнули, то ну, от Рокси всегда. Никаких танков, никаких вот восьмого. Вот это тоже фонд золотых титанов. Ну, если бы вайпнулись, виноват Рокси. Конечно, ну а как иначе, блядь, вы что? Я скоро 25-ка, блядь, релиз уже нашли нахуй, съебало, да. Ну, по нашей части. Да, конечно. От кое-кого мы это уже слышали во времена Ультуара.
Гудлик, ты чего там в соло дерешься, блядь? Да я хочу. Пускай сами рулят нахуй, если им надо, блядь. Вообще похуй. Не, я просто хочу закрывать все. Хорош, Гудлик, сука, хорош. А что закрывать, все так закрывается? Молодец, нахуй, Гудлик. Ну, ну это на это не закрывает. Манька не убит. А, грулят. Первый рейд, конечно. Первый рейд просто сильный. Да заебал, бля, слушай, Кимси, там пугов, пугов пришлось бы добирать. Зато первый рейд за один день. Да, пугов не будет, ты просто не представляешь. Я как-то пугов собрал, нахуй, ВК-10, 50 на 50 закрыл, блядь, просто за 30 минут, нахуй, плащ себе еще замролил, нахуй. Ну, так это шанс один из 10, блядь. Ну да, один из 10. Блядь. Такие люди попадут. Да, типы нормальные. Где там, может, попались, твины попались, срезальцы, сночные хосты, да, типы. Тихо, бля! Ай, извините. А мне надо кимсик оттуда. Перчатки. И меч 1.5. И твинка нужна тоже. Ну, это на робу. Да я в арм буду ходить с тобой. Мне поиск, кстати. Я вообще не буду ничего забирать. Надо алебарда, это раз, пояс магика Гера, и, наверное, печеньки только на 4, две штуки. Мне тоже алебарда нужны, и герприга. У меня герприга уже есть. Да хило, хило проще одевать, чем дэшник. Да ты хило шмоток очень духуя, кстати, падает именно эрдру там, всякие. Колики. Гофил, как тебе понравилось? Да, Лен тоже быстро делал. Да, пойдет. Нормально. Ходил, лутай, прирост, забираешь шмотки. Вот только раз у тебя, кстати, будет хил с полезный борщ. Ну да, раз он может поменять себе на этого, как-то он на... Ридара. На Нэшку. Ты нахуй, Ридар, блядь, вылик в башке уже нахуй, Ридар. Слышишь, Гудхилл? Хил? Там просто если раз поменяешь на Нэшку, у тебя мана сидеть вообще не будет. Если ты, конечно, не вынужден, как больной спамить покровительство. Так-то да, если ты чисто спамишь и джубки, и буйный рост, это чаще всего в 25-ке. То да, у тебя мама там не садится, тем более с такими-то тринками. Не, я просто жизнесвет, некие вещи, я забываю про него, и поэтому сажу жестко. Ну, когда надо здесь... быстро прохилить, я вообще забываю про него. Ну ты не забывай. Себас, тебе надо будет кидать милости луны? Нет, я соло. Себас сильный. Если сам, то сам. Сами с усами. Куда побежал там, бля? А, фу ты, ёпта, я думал, ты Гудлик бежит. Ты что, ебать? Некто Гудлик по прозванию Белый. Так молчи ты, Гудлик. Давай, Кимсик, я по кику касты этого, звёздочка, ты втором по кику касты. Не всегда, конечно. Хотя он через 10 зал дамажит 2400. Там да, похуй. Типа, алё, реджубка там хилит больше. Мы это, потеряли кимчи. Мисика потеряли. Жалко, это. Там ты конча, бля. Хороший вопрос. Стой. Ебать, там 226 плащ. На. Не, нахуй не надо. Вчера тебе даже на двух мобов нажал, блять, жажду. Их что ли? Да чё, а чё я не нажимать? Подожди, 2 минуты. А сейчас ты гнева убью, блять. Сыпем гнева, пойдем травить. Я в черепе. Давайте только недолго его травить. Пожалуйста.
Ну, потратим маленечко, посмотрим. Ну, в смысле, мы не будем 12, мы будем до 12, нахуй. Иди, 12, я сдохну, блядь. Да ладно, шаманизм, я тебя поддержу духом. Мы пойдем еще, Каражан, или? Да, мы рыжие, мы все с первого трая убили. А мы пойдем еще в Каражан? Да, завтра. И что мы будем траить? Рано. Если сегодня не убьем. А если убьем? Копыта? А я надеюсь, что если не убьем, если это убьем, то копыта. Либо если хотите... Да пошло нахуй, это копыта. Надо копыта забыть. Не убьем копыта. Обязательно надо тратить. Если копыта так. Хотите тратить, меня менять надо. Так, да, тебя придется, наверное, менять. Если он у кого-то более этого полезного будет. Хотя видишь... Ладно, это разберемся. Сейчас пока нужно... Давай я в черепе встану. В черепе я встану. Так, я череп. Так. Я череп, север, крест, квадрат, шова. А не, ой, поменяйся шова местами. Гудхилл, все, оставайся там. Хотя стоп, даже не-не-не, давай так. Гудхилл, поменяйся севером местами. Вот крестик. Угу. Гудлик, печенька, кимсик. Блядь, ну иди там, встань где-нибудь, ты... ты скинешь. Да, сожрал, есть тебя? О, хорош. Все, так, все, где я тебе должен. 800 голды вроде, да? Все, заебись. Кем по росту стоят или нет? Север, СС по Гудхиллу. Гудлик СС по шове. О, рыбку. Все нормально, все по росту стоят. А, нет, шаманизм. Давайте все, рыбку поставил, рыбку покушаем. И по меточкам. Убери подсолнуха. Шаманизм, ты че не по росту стоишь? Меня кимсик убил. Мы должны по росту стоять. Все покушали, все сытые. Все, давай, Серчина. Заряжай, можно без ДБМ. Как это? Ну, зачем тебе ДБМ, срубить его не будешь? Припоты буду, чё это? Ну, видишь. Зачем тебе пить, срубить, не будешь бить, пока тебе припоты. Равнение на середину. Не бейся, босса. Припоты накинуть. Все равно не переагришь, он там нормально набирает. Чё дальше, отведи его, Себаст, еще, чтобы он меня не убил. Все, скинули. Все, отлично. За спину встали. Это север, ты понял, можешь не кидать покорение стихий, проклятие стихий. Чё это? Так у нас... Себаст же. А это разве не первое дыхание было, или это второе уже? Второе дыхание было. Угу. Так, ладно. Ладно, я что, отдашь? А, ну. Я очень сильно извиняюсь сейчас. Ничего страшного. Хорошее начало, ничего не скажешь. Давай, все, давай, мастрес. Слушай, нахуй, не дезмораль тебе. Шоу, не вставай, помнишь? Рома, не вставай. Нормально, все, Себас, не очкуй. Хорош ты. Ничего страшного бывает. Вы не пиздите, давай. Парень, блядь, учится, все нормально. Чё-то... Я просто не убил первое дыхание, и все. Первое дыхание, оно почти сразу. Все, рыбку ставлю и пометочка. Тут а, блядь, есть рыбка. Хавайте рыбу. Еще подождем слиться сегодня, пока откатится, может. 50 секунд еще. Бабл 4 минуты. Да ладно, хуй с ним. Еще бопы есть. Может еще СС подождем 13 минут, а? Давайте, кушайте и встаем. Бафать хотя бы, что ли? Давайте, фулли бафать дайте. А где я стоял? Где я тут вспоминает стоял? В трусах, блядь, что ли? Кто в луне стоял? Лаковашку дайте. Все, значит, я в трусах, заебись. Попробуй, кинь луч на шаманизм, блядь, а то он стоит без меня. Да, чё? А ему пофиг, он просто скинет. Все, ну давай, вводит меточку. Вообще на пол. Равнение на середину. Шаманизм вообще, блин, нахрен. Ничего страшного, если не сбросится, пробежить. Бля. На шамана кондей полутал. На приста кондей полутал. На лока полутал. На мага полутал.
Пала, еще кинете бобчики. Все, кастует полномочия, ну, все врата. А, я отсюда здесь стою. Первое дыхание было, все, я тебе отдам по второе, на всякий случай, нышку. Я сейчас нышку отдам. Отдал нышку. Давай сам прожимайся там, да. Да, смотри. Блять, ну пересказ больно будет тебе. Что-то на четвертый уже не. Нормально. Четыре каста было, да, уже? Пятый каст пошел. Все нормально. Сейчас побежим. Я бегу под этот. Куда ты бежишь? Под заметкой. Лучше, блядь. Ну, Себас прямо через лицо делает. Все, взяли. Ждем. Ждем. Давай, герой, поехали по боссу. Готовимся бежать. А, ну как, что есть время? Бейте. Все, погнали. Пометочку встали? Быстрее, пометочку. Бросили. Будет прорваться у себя? Угу. Еще один каст, наверное, будет, даже два. У меня синька, это последний каст сейчас будет. Все хорошо. А, ну да, последний каст сейчас будет. Все хорошо. Побежали. Че он дрочится, блин? Ядрить у него, конечно, мало. Ты не умрешь? Ладно, БРС еще. Да у него, по идее, откатится. Поехали играть. Кровать вот отхилится. Это Гудхилл, будь готовности. Прям. Блять, а он вроде бы не там здесь даже. Там по 500 хп он сносит. Не-не, я о том, что это сейчас тебя шокнет. Да не шокнет. Ну, вроде да, нормально живет. Он пока под этим бафером. Ну я в тебя по третьей касты буду ножку закидывать. Тебе там прям больно прилетает. Все, давайте пометочкам. Вась, давай еще разок меня. По друге, дайте этот. КД. Ага, молодцы.
Все, Мариджей, давай чиль там, отдыхай. Отдам подкаст немножко. Ласт. Дам нашку. Все нормально. Кто там бегает, Гудлик? Ты по-любому, сука, Гудлик. Сука, Гудлик. Я думал. Что такое? Ой-ой-ой, у тебя хп-чек мало. Прожмись, что-то похилься. Все, взяли. Друид, можно... Слышишь, друид? Хотя ладно, стой, не надо. Слышь, а что ты берешь этот друид? Какой? Все, поехали, босс. Ну, вот это. Добиваем. Урон даю. Прям с максимум ДПС дайте. 20 секунд должны убить. Перешу бьем, блядь. Ну, долго. Почему ты берешь этот портал? Какая разница, ты уберешь? Рану тоже с первого трая будем делать? Да. Так, Я на ране одну штуку только не понимаю. Кстати, пометку встань только. Сейчас метки не прибейте, скид. Все, просто на кометке просто идите. Войт, есть чем скинуть? Куда идти, да? Остальные боссы добивают. Ой, живи. А прохилис есть его всем? Ой-ой-ой, аккуратно. Все нормально. Все хорошо. О, бля, кимсик. Тебе сегодня везет. Куда? Звой, ты что за хуйня? Хуй знает, что выпало там. Да, давай, кидай на руку. Все, блядь, не понял, блядь, получает добычу, блядь. Какая-то залупа, кожа какая-то и какой-то меч. Какой-то кидай на руку. Распыли. Кожа на РП. Кимсику, да? Хотя нахуй не нужны. И вот такой меч. А меч мне только надо, да? Ну я тоже паролю бы. Тебе надо? Куда? Да, паролю. Ну разве что на ПВП? Это танк. Ну все. Меч себе оставь. Я себе тоже танк собираю. А эти, может, кожа друиду может нужна? Что? Пошлите на копыт. Кутхил, нужен тебе? Нужна тебе кожа? Нет. Ну всё, я не играю на медведи. Это на кота чисто, Мишка. Void Light, GC. Чё GC? Ну, забрал пушку. А, да пушка 8. Бисовая пушка, хуёвшая. Бисовая, 260 это чё? Ну, блядь, с неё толку, блядь. Только угрозы может больше, но это вообще не сыграет роли никакой. Обычно надо со статами, с меткостью или с мастерством что-то. Камешек ставишь. Ну камешек. Да у меня там тоже какая-то пуха с камешком. И 39-я. Че? Не понимаю одной штуки на ране. Че не понимаешь? Он когда кастует ледяную стрелу, так. Откуда мне знать, что ее собьют, либо ее надо выносить? Там щиток. Там щиток там... есть. Да, там будет щиток на ней. Ну вообще это анонсит нормально. Не, может там дебаф какой-то, я просто бы в Телмиван вынес его на экран и все. Нет, ты ничего там не сделаешь, нам просто нужно смотреть, если цель, там будет щиток. Да, короче, если там будет щиток на касте, то это... То... Войд, дай саппорт один. А что за щиток на касте? Это где-то отображается? Ну, полоска заклинания. Шаманизм, спыль его, пожалуйста, только не заходи. Там слева от полоски такой маленький квадратик.
и на нем не заходили. Выйди, север. Шаманизм с пулево. Выйди из комнаты, выйди из комнаты, ага. Бой, дай эти сапроты. Нету у меня, блядь. Дайте эти сапроты. Так. Выйдите из комнаты. Если что, вот. Вам надо все заходить. Если у него есть этот баф, ему каст не собьете. А, вот этот, да? А он на ком висит, на боссе или на игроке? На боссе. Жидейское равновесие. Сейчас еще раз надо будет спулить. Так вот, сейчас Толмион его вынесу. Блин. Сейчас появится, еще раз пулишь его. Угу. Ой, да. Ради... В смысле 90? Недавно это... 140 было. Пробуй, это баф или дебаф? Кимсик, тебе штаны баф. Надо? А? Это баф босса. Угу, баф, тарги. Вот эти вот. Три дырки там, блядь. Метка из, блядь. Марина, Мари Джейн. Продай сапрот. Охуенно, что мы забираем. Ты откуда у тебя голда? Ты ж бомж не ищешь. Рокси, а ты в какой чат видео кидал-то? А, блядь, там нет. Сейчас я руль дам. А-а-а. Еще раз пульте. Какая-то Мэри Джейн, как воет, агрессивная какая-то. ПМС. Блять. Свидание. Сейчас сдохну. Ай, больно. Я это хочу дрянь. Жить. Боль на ноге. А блин. Ты хорош, Рокси, а ты хорош, сука. Получается, что вставать? Надо было выйдеть, короче, это. Так Войд жив. А, уже я нет. Я с ним ебашусь еще. Ты сдыхаешь. Я у Соло убиваю. Сдыхаем быстрее. Все, довоевался. То есть он вас кастует, сука, не меня, блядь. Он Войд это. Сука, тварь. Все, сейчас меня убьют. Ты, чтобы метки ставить, там надо сэвэйди сначала, потом забегать туда уже. Да мы сэвэйдили, я просто долго стоял. Прикольно было бы, если у кого-нибудь залагало, и у него тычка на 50 лямов вылетела. У игрока. Потом домой к тебе приедут, блядь, заберут нахуй. Дислешь, ты, блядь, гудлик. Ну прикинь, блядь, забалагивай. Ты, наверное, мечтаешь, чтоб ты стал невидимым, блядь. Ну, тоже, да, неплохо. И приехал к Мэри Джей. Не, далеко ехал. Какая все-таки Мэри Джейн злая, я хуею. Мэри Джейн какая-то агрессивная сегодня. Да вы все какие-то агрессивные, блядь. Кто, блядь, я что ли? Агрессивно пассивно. Так это ты меня Марина называешь, чтобы мне не позлиться, если я не Марина. Я тебя спрашивал, как тебя зовут. А кто ты? Катя! Я тут еще раз говорила, что я Катя. Первый раз. Катюша. Ого, Катя. Ну все, теперь буду Катя. Вы что, ебать, вы доебываетесь на пусковую остановку, да, нахуй, да? Пустят на вас Катюшу, блядь, вы охуеете. У меня вот у друга, короче, жена, тоже Катя зовут. Она его женила на себе, короче, они трахались. Она говорила то, что она пьет таблетки эти. Ну, чтобы не противозачаточные. Да, она их не пила, и она забеременела. Ебать. И так и женила его, да? Да. Все, блядь, блядиной. Попался, друг. Войд, прыгай сюда, алло. Куда? Вот я снизу. В дверь? Нет, а? Вот костер под ним. Я в дверь зашел. В междурном пространстве. Гудлик, крест, портал ставишь в черепке. Север, квадрат, портал в черепке. Гудхилл, трусы, луна, Мэри Джейн. А, так, стоп. Мэри Джейн. Сейчас. Я в прошлый раз в ромбике стояла. Ничего, в этот раз ты в штанах стоишь. В штанах?
В штанах постоишь, и ничего не помрешь. Труселямбусы. Где я ее ставил? Луна. Труселямбус. А, луна, луна. Так, еще раз. В черепе кого поставил? Ой, в эти трусы. Я. Друид. Друид, потом Мэри Джейн, после Мэри Джейн шаманизм, после шаманизма Шова. Короче, шаманизм ты печеньки, Шова в ромбике. Угу. Сейчас я подумаю, как нам лучше бить по сетапу хилов. Ты творишь? Че? Отставить, Мэри Джейн обратно в ШП. Ты че до Мэри Джейн? Похуй вообще, буду взял. Мэри Джейн обратно в ШП. Ой, блядь. Давай спекайся обратно в ШП. Хуя себе муту ебали. Нехуй флудить. Не за флуд, блядь, я мат. Рыбку поставил, кушаем рыбку. Так, первая зима. Шова. Отдаешь боб по Мэри Джейн. Мэри Джейн сначала просто хилишь. Щиточки, хуёчки. Какие щиточки, я в ШП. Фу, блядь, что ж эти. Короче, спустя 3 секунды после бопа даешь гимн на ХП. Дальше. Шова, ты на первую зиму бабл не нажимаешь. Войд, ты на первую зиму отдаешь бабл, ой, фу, блядь, боб по гудхилу. Север, СС в гудхила, гудвик, СС в Шоу. Кого? СС в Шоу, блядь, гудвик, сука. Да ты сказал просто Тол, что-то, блядь. Тол, какой, блядь, Тол? Какой Тол? Шоу. Ты сказал Тол, блядь. Какой Тол, блядь, сука, Тол? Пиздец, я внутри, блядь, это, блядь, ботва, блядь, вместо мозгов. Так ты говори, я. Ебать, я сейчас Бьерну нахуй видео доказать, все, отдам нахуй. Рокси что-то выебывается. Че за... Обзывает всех, нахуй. Агрессивно, пассивно. Ну, что-то, блядь, обзывает. Так, ну, блядь, баник, если меня сейчас закрыли, я сыграю. Посмотри на него. Сука, я записал. Я записал. Ты что позволяешь, Ефрит? Ладно, я ж по-братски. Так вот. Все, полетели. Север с пульте. Я не достану. Подожди. Все, так, заходим. А тут сопроты пить? Да. Ты мне в какую мне подгорит стать? Ёбаный в рот Шоу, я забыл. Какая свободная, короче, будет? Куда нибудь? Свободная стать. Нахуй, квадрат мой. Масло намажьте. А чё, куда он, блядь, мой квадрат стопнул? От огня резист есть? Да, Шоу, от огня резист ставь. Скажи, ты на сопротик пить. Что? Припоты когда? Сопрот. Ой, припот. Я таймер не поставил. Хуй, сейчас просто пробуем, как говорится. Блядь! Гудхилл, ай-яй-яй, что-то я не готов был. Кого заморозило? Шоу? Угу. А, в кого будет кастоваться фаербол в ромик? А почему? Блять, Шова. Сука, я отвлекся на этот ебучий таймер. Блять, хильте нахуй. Так, ладно, давайте падать. Вы чё, рофлите нахуй, ребята, чё с вами? Тихо. Все убили. Это мой косяк. Я что-то завтыкал. А чё твой-то косяк? Я ж, блять, разморозил, чё не так? Нет, это мой косяк. Твой косяк, я же разморозил. Выйдите, тихо. Там или выйдите в центр, что вас убили. Они через стенки нормально стреляют. Да? Ну, ладно, похуй, да. Так, пацаны, я что забыл вообще, по кастам. Первый каст сбивает Себаст, второй каст сбиваю я, третий у кого будет. Кто у нас, девушки есть? Не знал. Так вот. Первый каст Себаст, второй мой. Третий у кого есть. Не, ну не феминистка, она нормальная баба. Вот. Сука, яйца подкатывает. Почему девушке нравится, когда бабы называют? Это же, блядь, нормальная тема. Куда лезешь, сука, тебя ДК ее разъебет, понял? Там Влад, не въебаться. Пойду, слетаю. Да просто. Так ладно, лесните, пожалуйста, всех. Да я дам тебе сопрот. Гуда, что я сопрот? А просто, да? Бедолага, блядь. Масло себе перемажьте, пожалуйста. Я куплю. Кого кастуется, я буду доносить, в кого кастуется
не сбиваем каст, бегом бежит в череп, только ник называю, бегите в череп, вот, потом следующий ник называю, бегите тоже в череп. Нахуй. Выйдите босс, северочка рисует. Тебя как север резнуть? Иди, вставай сам. Босса заеводите, блядь. Да, суманем, блядь. Ебать, заеводите, блядь. Сука, север, вставай сам, если далеко лежишь. Беги. Блядь, ребята, что с вами нахуй в этом рейде происходит? Сейчас нужно, чтобы друид сдох, нахуй. Он, блядь, всех призывал. Вой, ты чё, ты с молотом на руку? А, ну всё, пиздец, блядь. Да. Вернитесь обратно, кто там убежал? Пиздец, мы 100 раз подохли. Всё нахуй, ищите мне замену, блядь. Сам вставайся, уже бегите. Можешь замену мне искать, нахуй. Посмотри, где я нахожусь. Ты покинь группу, и потом это, тебя на кладбище протанет. Потом, какое принципе, кладбище? Он... Посмотрите, где я нахуй. Где я тоже... В Долоране, нахуй. Да все в Долоране, блядь. Все в Каражане, нахуй. Все, я тоже сейчас там... в всех холмах. Есть кнопочка... Вернуться на кладбище, нажми. Да, вернуться на кладбище, нажми. Ебать, реально. Ты что, не паникуй, блядь. Да тут профессионалы сидят, блядь. Точно, вы же, блядь, пещерники. А сюда ТП есть уже или чё-то? В обсерваторию. А, окей, то я побежал. Аналы. А. Кто вайпнул рейд, тот и ресает. Кто вайпнул рейд... Вставайте сами, блядь, кто ресает. Вставайте, бегите. Чё-то, блядь, посмотрите, что-то Рокстер ёбывается, вайпнул всех и что-то ёбывается. А тут уже ресает нормально всё. Что, вообще Рокси не по-пацански так? Убил всех и сам заставляешь бежать всех. Кого убивать? Я уж не убивал. Ебать, ты не проанонсил, значит. Рыба не исчезла, быстрее бегите. Ты кто-то лежал, блядь, на... Кто там, Гудик лежал, блядь, его резко пошли из пули бус. Нет, не я, в смысле, я стоял вообще. Нас резали. Пиздец. Ты чё, давайте блядь, как-то резче. Ну, может, если не Гудик, то кто не Гудик. Да, это я. Нам же поставить надо. Скорее заебитесь босса, значит я не подумал то, что в комнате стоит еще. Да. Войт вызывает твоего друга. Ебать, нужно из-за комнаты. Угу. Какого друга? Так что собрались? В смысле? Мэри Джейн, мой друг. Во, видишь, бегает. Рокс, по-моему, все собрались, кроме тебя. Да, я видел только что, блядь, собрались. Чё, бля, я разморозил его, блядь. Можно мне плюс кролла вообще уебать за такой мув? Уебать. Сука, я полкомнаты обижал, зашел и разморозил его нахуй. Можно уебать тебе. Можно уебать меня. Просто. Кушай ты рыбку, рыбавку сидалась. Можно, говорит, мне просто уебать. Все, давайте босс убьем. Я хуею, тут надо 100% работаю, меня хуесосят. А джекса нету? Ты не видел челиков, которые на 100% играют за свой класс? Чё, я не играю, да, потом? Я видел. Ебать. Ну ты процентов на 30, Гудлик там процентов на 35, блядь. Я там процентов на 25. Я бегу. А, всё, вижу. Чисто. Я думал, ты на 90 скажешь что-то. Это по твоему мнению, да? А ты тогда на сколько отыграл? Не-не-не, я шучу. Мне просто это... Это мем связан с одним челиком, который на 100% за свой класс играл. Ну, хотя там 110 где-то было. Войт, Войт, выбей, пожалуйста, сапрот и масло на наш. А есть сапрот и кого-то у нас... 160 нет. Голды продам. Войт. Чё? А ты видишь кимчик-то? Да. Получается, со скриптами, если ты... Дайте, пожалуйста, ему сапротик один, кто-нибудь продайте, у меня хочется самый последний. У кого-то Мэри Джейнушка. А чё, еда уже пропала? Да, я же поставлю. Её живут Катя. Катя? Для тебя, Катерина. Екатерина, есть у вас сапрот? Кинь обмен. Ага, спасибо. Сейчас. Забыл, сука, дань собрать с вас. Чё, я считаю, отплатил уже. Твой, твой друг стоит по солнцу. Всё, давайте бахать сапротики. Вот, масло есть у тебя? Так, масло есть. Таймер запусти, пожалуйста. Я запущу. Чё, всё, полетели? Проломьте, когда пить припустим. Всё, всё, давай, верши. Да, я сейчас запущу таймер. Убери этого доброго подсолнуха. Давай, пуляй. Быстренько по меточкам ставим.
Локи портала не забудьте поставить. Не бурстим. Не бурстим, просто бьем. У кого бурсты есть, не отдавайте. Бурсты все отдаем на миллиард. Первый касса Себаст, я Кимсик или Тонди. Нажимайте. Шо? Ага. Себаст, твой касс. Сбивайте под конец. Сбейте каст, сбейте каст. Блять, что за хуйня? Кто заморозила? Север я заморозил. Квадрате, А квадрат разморозите? Гудлик, в центр. Блять, Гудлик, ты чё, ёбаный в рот? В смысле, я в центр? А, извини, извини. Вой, ты разморозил, нет? Я разморожу. Да, разморозил. Все хорошо. Гудлик, прокилься быстрее. Шова, выйди. А, блядь, ты же РДД. Беги, малышка, беги. Так, зима, как говорил, делаем. Боб, Боб отдали? Бегаем. Мы режей кастугим. Войдлайт отойди от всех, чтоб не уебало стрелять. Сбил каст. Сейчас закончится. Живем. Отлично. Сбейте каст. По мячикам встали обратно, по мячикам встали. Череп сейчас разморозите, череп разморозьте. Сбейте каст. Каст бейте, ага. Череп, войд, войд, череп. Нахуя? Войд, череп. Нахуя все? Там Рок тех... заморожен стоит. Я заморожен стоял. Спасибо. А что-то побоялся, там много людей так стоит. Говорю, делайте просто и все. Босса тогда выведи из черепа. Шаманин, череп. Стоим. Мирики дистанцию между собой наберись. Все, стоп. Остановились. Наши копыта убили. Сейчас они чекнут, скажут. Фамильяров опять же оставляем на... Ой, блядь. Дед... На фамильяров. Давайте, бурсты. Все, побежали. Забейте каст. Кимсик, выйди. Следующая зима шоу по себе Боб, Бабл, вернее. Боб по этому. Север. Ага, вижу. Я двое пиздам. Ладно, сейчас умрешь. Портал отстоит еще. Побежали. Войд, выйди, от мили отойди. Меня кастует, вышел. Блять. А че он тут? Сейчас отдали по Гудхиллу? Нет, Боб. Не давали. Войд, шоу, ты бабл нажимал? Да. Я первый раз его отдал. Ну, так, блин, ладно. Вы получаете слишком много урона. Ну, а, блядь, ты что хотел? Да, блин, я к тому, что я один столько не выхилил. Под Гудхиллу должен был быть Боб. Почему его не было, я не знаю. Ладно, ничего страшного. Это так нормально, полтинник снеси. Ладно, ничего страшного. Босса посмотрели маленько. Нормально, ощутили. Это а на первой зиме это шоу по кому Боб кинул? По Эрдру. Мы режим. Но мы два Боба, видишь, слили. А, подожди, а... По Эрдру, на Эрдру был Боб. А куда? А на Эрдру тоже Боб был? Да. Я сказал, блять, ладно. Короче, на одной зиме два Боба было у нас. Нет, первая зима отдается Боб только по Мэри Джейн. Гудхилл бегает на ходу, хилит. Он может хилить на ходу. Шова нажимает бабл. Не, стоп. Первая зима вообще без баблов, только Боб по Мэри Джейн, она кастует гимн. Вторая зима, Гудхилл. Гудхилл отдается бабл до конца каста. Прям под конец каста отдается бабл. Фу, Боб по Гудхиллу. Шова нажимает бабл. Все. Я думаю, больше двух зим не будет. Если будет три зимы, блядь, мало кто переживет. В целом, все нормально. Ребята, на зиме. Сейчас мы вайпнулись на зиме. Объясняю почему. Потому что в кого-то из РДшников, из мириков, я что-то не посмотрел, кастовалась стрела, это фаербол. Вот. Тот, в кого она кастовалась, он
был в радиусе поражения с кем-то еще, кого убило. И въебало по всем сразу. Вот. Войт это прям вообще живой минус сегодня. Нет, там вот кастать, по-моему, воображение залетает. Чего перебиваешься, блядь, дай себе договорить. Mm-hmm. На зиме бегают РДшники по большому радиусу, милики по малому. Милики кастуют вас, просто выходите в центр и смотрите, чтобы вокруг вас будет круг, чтобы ни по кому не попало. РДшники тоже самое, просто бегите туда, где никого нет. Следите за кастами или просто хотя бы за кругом на себе и все. Все, я сказал. Джус есть? Поставьте джус. Ладно, я надеюсь, что мы мега везучи, нам сейчас выпадет 7200 подряд. Джус-то есть? Так, Себаст, на третьей фазе, фу, блядь, на третьей фазе, говорю, на фамильярах, зону держишь на третьем фамильяре. Нешки, вы можете на третьем фамильяре сбрасывать кастового. Кастует вас под, именно под конец каста, прожимая себе Нешку. Гудрик, нету живца, лети, чинись. Шкаф поставьте. Я еще тут не в анхолике, чтобы бафы меликам давать. Ай, блядь, у нас ханта же нет. Блядь. Ладно, попробуем так. Там нужно максимум ППС будет по фамильярам. Еще у меня такой вопрос, когда мне Т4 сдавать? Я скажу... ёбаный вот, у нас на зиму да. Т4 есть. Я на вторую зиму сдавал Т4. Потому что не услышал вообще когда. Смотри, на первую зиму... у нас есть чем выжить. На вторую зиму будешь отдавать Т4. Сейчас просто на вторая зима, она была без хила. На вторую зиму у нас сейчас должен быть боб по друиду и бабл от Шова. Шова, а ты бабл на вторую зиму сейчас нажал, да? Да. Угу, все, заебись. Чтобы на зиме на вторую не сдохнуть, очень важно, чтобы... Фаербол прилетел только по одному. Одного хуй с ним, его можно бернуть. СС раскиньте, как говорил. Кто по кому? Бля, Гудрик, ты что за пуш, что ли, по кому-то СС кидал? Ты по Шове. Я же говорил, у него в голове крахмал. Ну шо, блядь, выйди там, сидишь, блядь, хер тебе нажмешь. Очень важно, чтобы боб отдался именно под конец каста. Не после каста, а именно под конец. Все, рыбку покушали. Ребафнулись, пристабав. Вижу, лапку вижу, все, на хп кричу. Давай, пуляй. Тихо, выйди. Ага. Все, по меточкам убежали. Бля, таймер не запустил. Ладно. Надоел ты. Да вот, ну сейчас кто-нибудь будет вместо меня запускать его, я забываю его запустить. Я вообще не могу за всем следить. Ну примерно через 5 секунд можете пить. Можете бахать. Мой, а следующий? Убил. Войд, выйди. Угу. Сбейте каст. Угу. Здесь север, в череп. Мэри Джейн разбросил его. В череп, Мэри Джейн. Молодец. Выйду. У меня касты, прохитите меня быстрее. Все нормально. Себаст, сбей. Войд, выйди. Венес, стоим, чилим. Милики, маленечко ржу между собой. Стоп. Все нормально. Меня играли. Следующий мой каст. Забью. Гудрик, череп, быстрее. У меня игра, вы. У меня зависло. Блять. Ладно, не размораживай его, просто выйди. Бьем, чилим. Сейчас вот вайпаться будем. Чуть-чуть, кипсик выйдешь.
малыш. Ну-ка, давай, сейчас, сейчас ничего не отдавайся, ничего не отдавайся. Просто бегайся. Кимсик, просто выйди. Просто выйди, Кимсик. Угу. Кас бейте, только кас бейте ему. А, блядь! Давайте, падайте. Гудлик, всему виной, сука. Так, сейчас я картошка. Полученный урон. Так, по мне зима нанесла. По мне зима нанесла 50к урона. Всего. По моей режиме. Это хуище. Зима 22к всего нанесла. По мне сколько нанесла? По тебе 40к урона. Да хуя. А я еще прыгал. Да, можно не прыгать. Ничего, ничего не меняется. Я сможет резнуть или бежать? Тут не лежит. Да беги, наверное, с Ромка, беги. Хз, по мне бесконечная зима, надо можно. Сейчас выйдем. Отойдите назад. Да зачем он уже встал? По мне хемонизму бесконечная зима надамажила в 2 раза меньше, чем по тебе. Может, ты бегал плохо? Не знаю, я вроде бы бегал. Так, пацаны, мирики, кто косты сбивает. На зиме, как косты, нужно сбивать тоже. Обязательно подкрепить. У меня КД было сбитие. У меня тоже, на КД было. Это, слушай, Кимсик, спасает тебя этот кош на зиме? Кош не спасает. Не спасает, да. А у этим, как его? Как удар называется этот? Который... Все хорошо, отлично. Значит, ты не должен умирать на зиме. У нас Рога проверял, зима вообще не считается за магический урон. Как-то так. Ты это, Кимсик, вообще можешь уебать этим. Как он, я забыл, как называется, удар этот. Ложный выпад, вот. Так, и вырится босс все-таки. Надо, Огру надо убивать. Давай, Ромка, добегай, реку ставлю. Сегодня сильно не будем задрачиваться, там шаманизм. Бедолага, не спит нихуя. Ну... Сегодня, в принципе, и так хорошо все сделали, красиво. Так а чё, мы добьем шаманизм. Не надо, блядь. Спасибо. Так чё, мы с добрые люди. Мы завтра можем побить его нормально. Свеженький бульбу скушать. Сейчас просто потренируемся маленечко, а завтра есть еще свеженького одного. Бля, Кимсик, я понял. Все кушать, ребят. Кулачок, ну, кулачок поварщик. А, кстати, да, еще кедроки позовем. А у него куда? Ладно. Абулу позову. Абулу тоже нормально может. Все, поедем, давай серчи на пул. Пульни шаманин. Поехали. Сейчас главное, чтобы просто впитали в себя тактику и все, мы убьем. Тактика и так уже впитана, просто прохила не хватает немножко. Сейчас придрочиться, как хилить. Нет, еще не все. Еще не все. Еще фамильярчики у нас остались. Блять, на фамильяра просто изи, блять. Макс ДПС и все, блять. Что там по тактике? Да хуй знает, ты пил, блять. Да, это подсолнух поел. Поэтому все и говорят, поставил? Что мы подсолнух. Пейте, приботы, пейте. Гудлик, всяко стоит. Кимсик, кто следующий? Шоу, ага. Войд, выйди. Шова, в череп. Угу. Гудлик, разморозь его. Гудлик, в череп. Угу. Собью. Ну, следующий собью. Беги, малышка, беги! Да, все, давайте. Все дела делаем, как договаривались. Отдали бопы.
Мэри Джейн через... Можешь уже кастовать. Угу. Ладно, еще Бэйр... Шаманин, вставай сам. Бэйр по шове. Быстрее, Бэйр по шове. Зади в него, Инер. А как он сдох? Ну, дотка тикала. Так, ладно, надо падать. Давайте падаем. Так, Шоу, ты на зиме умер как? Он просто на 19 тысяч мне влепил эту стрелу. Угу. Поставь мамонта, пожалуйста. Твою поломан. Блин, меня не пускают в кару. Мы дохлы. А, уже больно. Че, мамонт нужен на входе? О, воет резни. Сука. Так, давайте сейчас суманем всех, чтобы, блядь, быстрее было. Да, суманьте пока всех. Мэри Джейн, ты гимн давала? Угу. Бэт, Шови въебала сильно. Это знаешь, Шова, сдавай еще, наверное, на зиму. У тебя же аура огня стоит, правильно? Вроде да. Мастер аура, сдавай на зиму. Давай шкаф тыкай, сейчас тыкнем. Будем ли? И башни шкаф. А, в принципе, это, слушай, Себас, ты можешь не на первую зиму 1004 отдавать. Там успеет подкадаться. Тыкайте в шкаф. Вставай там остальные. Ну тыкните его на свет. Мы вообще проживали зиму так, то что я сдавал Т4 и Ретрик сдавал массакру. Да блин, в принципе, как вариант. Ну, у него Войд, у него 100, блядь. А Войда есть массакра? Где? Только мастера. А он сейчас не сдавал на первую зиму Т4? Нет. У Шова есть массакра. Так, ну-ка, быстренько мне объясните, как работает массакра. Что она... 40% на себя переносится. На себя это нужно делать по... Там баблы массакры юзаются. Баблы, конечно. Баблы юзают и массакры. И еще, когда ты юзаешь массакру, ты на 6 секунд по всем вот этому накидываешь. На 6 секунд что? На 6 секунд. Накидываешь дебаф, что на 20% баф. Урона уменьшается. На рейд. На минус 20%. Это не страшно. Так тогда... Это наоборот хорошо. Это наоборот хорошо. А, ты минус 20 ты... по рейду. Да, да, хита 20%. Это и есть суть массакры. Все, тогда делаем так. Первая зима, никаких попов, никаких. Так у Войда нету массакры. У нас есть Шова. А. Тихо. Первая зима, Т4 плюс массакра. Вторая зима. Ага, блядь, гимн уже 5 минут. Ладно. Вторая зима, два бопа, блядь. Вторая зима, да, два боба. Шоу по себе, Войд по Гудхилу. Собственно, думаю, этого хватит. И вторую зиму просто стойте, АФК хильте. Прям оверхильте, прям. Усирайтесь, но будете стирать. Север, поставь огурцы. А че это, осколков не насосал? Покушай, ребяху. Кстати, кричи на хп, потому что все равно будет какой-то тикет. Да, да. Сколько там гимн? СС обновите, если есть. Да. Нет. Так, Гудлик, ты по кому отдал? Так, давайте. На полурсе. Давайте быстренько ставим режим, присмотрим. Простите, пожалуйста. Бог простит. Она так решила сразу сказать, что она не готова. Это тебе за то, что ты подсолнуха не убирал. Кушай рыбу быстрее, кушай рыбу. Ага. А как она сдохла? Спрыгнула, что ли? Ну, фоллинг написано. Люсидница. Да, серебра фоллинг. Как нау, нахуй? А тогда уж как тринити. Давай, шаманизм.
Пейте пучки. Север, череп. Отлично. Винни. Все, стоим в карту. Набейся каст. Ага. Спас, люди. Там около тебя стоит замороженный. Все нормально. Бейте каст. А, Мэри Джейн, черепок. Войд, разморозь её. Войд. А, хорош. Беги, малышка, беги! Так, давайте. Поржали. Т4, сокры, баблы. Собью каст. Следующий собью. Север там, смотри, что вся летит. Да что ж такое-то, блядь? Вообще никак, нахуй. Это вообще не помогло. То же самое, чего вот этого не было, блядь. Все то же самое. Столько же урона. Тогда в первый раз вообще все шикарно было. Ну, значит, будем делать это. Как первый раз, то хуйня получается полная.